миллионы глаз. В небе дождь и грозы, мысли все о нас. На пороге правда, в двери к нам стучит. Но крепки засовы, совесть в нас молчит. И туман над полем стелит весть ковром. Очерствели сердцем, позабыли дом. Ветер разметает облака слова. Иссякло время сеять, нынче жатва. Удар сильнее в колокол звонарь. Развей туман печали хмарь. Ты пробуди уснувший здесь простор, чтоб люди к небу обратили взор, чтоб звон его услышала вся Русь. Ей от рождения горжусь, то вместе мы идем, то врозь, что предначертано. Перекат, а по жизни набат. Конь томится в узде, но седлать не спешат. А за вздохом последним либо свет, либо тьма. По изгибам судьбы справедливая мзда. Удар сильнее в кол. Развей туман печали хмарь. Ты пробуди уснувший здесь простор, чтоб люди к небу обратили взор, чтоб звон его услышала вся Русь. Ей от рождения мы идем, то врозь, что предначертано сбылось. Удар сильнее в колокол звонарь. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Илья Матвеев, поэт, автор-исполнитель. Здравствуйте. Илья, продолжим наш с тобой диалог. Вот всегда меня интересует, откуда в человеке, как оно рождается, откуда идет творчество. Вот как это в тебе все это началось и вот до сегодняшнего дня? Стихи, музыка. Да, началось это с того момента, как я освоил гитару, начал осваивать гитару, это лет в 13, наверное, было. Вот. Затем, ну, что касается стихов и песен, поначалу, конечно, это было все наивно, почеркушечки такие были, всякие разные. Ну, большей частью на тот момент времени это было что-то такое о любви, о влюбленности, первые такие чувства, вот, но такие искренние. А в дальнейшем уже, после того, как я воцерковился, стал вот на путь верный, стал больше просто изучать, читать святых отцов, их мысли какие-то, опять-таки, какие-то исторические книги,
про последнего государя, императора нашего, Николая II. Вот. И стали рождаться такие уже тематические уже какие-то песни, стихи уже на какую-то определенную тематику. И вот я для себя уже выбрал вот эту, вот этот путь вот, писать о духовности, о подвигах наших святых, вообще о человеческих каких-то жертвах, подвигах патриотического характера. А у тебя есть духовное образование какое-нибудь? Нет. Все сам, да? Ну, беседы с моим духовным отцом и какая-то созерцательная составляющая. Я наблюдаю за тем, как что происходит. А родители у тебя живы? Да, слава Богу. Но они тебя поддерживают на этом пути? Ну, конечно, они сами православные люди. И ну, у каждого из них есть... То есть база у тебя крепкая? Ну да, здесь все хорошо. Женат? Да, я женат. У меня замечательная жена Татьяна. Есть маленький сын, ему 9 месяцев сейчас. А как зовут? Иоанн. Иоанн. Да, так вот, милостью Божией он родился в день святого праведного Иоанна Кронштадтского. Угу. Поэтому каких-либо других имен я не рассматривал, да. Понятно. Значит, вот какая-то вот семья верующая, православная, работа. Да, все это, слава Богу, есть. То есть тебя не носит никуда, ты не мечешься. Нет, у тебя все спокойно, как ты говоришь, созерцательно. Да, так получается? Ну, слава Богу, да. Слава Богу за все. Когда-то крутые виражи превратились вот в плавное скольжение. Теперь, ну, вот семья – основа государства. И, слава Богу, я очень счастлив, что у меня есть семья. И семья верующая. Вот. Но ты сейчас чувствуешь себя таким сформировавшейся, да, такой личностью, которая уже может ответственно о чем-то сообщать, о своем мировоззрении, там, знаете, у меня есть делиться, такие творчество. Строки в стихотворении, да. «Не твердо, но уверенней стою. И что грядущий день сулит, не знаю. Если поется, я тогда пою, а если нет, тогда стихи слагаю». Да, ну, это такие вот строчки есть. Вообще, я считаю, что всегда есть куда расти. Вот. А ты как считаешь, это такое возможное существование? Работа, семья и еще творчество. Ведь творчество занимает много времени, и оно требует и выступлений, надо делиться, это же... Как ты все успеваешь? Вот, мне интересно. Ну, вот как-то успеваю. Естественно, много чего не успеваю в связи с этим, да, потому что все-таки хотелось бы, чтобы творчество занимало, скажем, одну из... Ну, хотелось бы больше и плотнее заниматься творчеством, чтобы оно все-таки ведущую роль занимало в моей жизни, ну, естественно, после семьи и тем более после Господа Бога. Вот. Но пока нет такой возможности... Ну, накормить надо семью, короче. Конечно, да. Ладно, ну, да, вот, может быть, песенку? Да, я спою песню, ну, название которой еще не придумал, но надеюсь, что, может быть, написана она уже давно, но как-то вот она существует так, по первой строчке. «Я тонкую струну затрону души твоей». Вечерний час, и песни тихий дом наполню о чувствах, о любви, о нас. И будет песня моя литься средь свеч мерцающих в тиши,
В окошко ветер постучится, и месяц выглянет из тьмы. А я спою про ту дорогу, та, что у каждого своя. Про грех, прощенный нашим Богом, про смысл, что хранит земля. Про смерть, про вечность, про свободу, и как бываем мы в плену поступков, что чужды нутру. Спою про радость сотворенья, про силу мысли и огня, про свет души, про томленья, про мир без страха для тебя. Как день за днем в года уходят, шагнем и мы на этот путь, чтобы вернуться через столетия, познать непонятого суть. И я спою про ту дорогу, та, что у каждого своя. Грех, прощенный нашим Богом, про смысл, что хранит земля, про смерть, про вечность, про свободу, и как бываем мы в плену поступков, что чужды нутру, беспечных наших предрассудков. Спасибо, Господи. Спасибо. Мне нравится передача «Лаврские встречи». Сидишь, для тебя тут поют, что-то разговаривают, приятное, о самом хорошем. Вот. Я надеюсь, я побываю на вашем месте тоже, что вы для меня тоже споете что-нибудь. Да, да. Вот я хотел сейчас спеть песню. Иной раз бывает, красок не хватает. Ну, в каком-то одном стиле играешь. Знаешь, какую-то манеру. Никак из нее не вырваться. Вот я иногда беру такие, разрываю такие свои путы. Я написал песню «Я рисую город на стекле». Сейчас как раз и исполню. С удовольствием послушаю. Я рисую город на стекле, я рисую храмы и цветы. Знаю, этот мир лежит во зле. Знаю, у меня есть только ты. Я рисую город на песке. Люди, море, птицы, облака. Знаю, все лежит в твоей руке. Знаю, это добрая рука. Там на перекрестке зла-добра, там на пике смерти и любви. Город мой из злата серебра. Мне нарисовать благослови. Золотое солнце в небесах, золотые птицы в облаках, золотые песни на устах. Радость золотая в образах. Я рисую город на песке. Я рисую город на стекле. Я рисую город на песке.
песня. Такая песня получилась. Что, продолжим нашу передачу творческую. Значит, и ты себе как-то ощутил эту, да, миссию, что ли? Что, как это так получается, что человек берет на себя такую ответственность, может взять ответственность перед людьми, перед Богом, и пойти вот так, ну, вещать? Ну, как это произошло? Где ты смелости набрался? Кто-то должен брать на себя ответственность, да? Конечно. Ну, и вообще это нужно, брать на себя ответственность. Да. Ну, я никаких... Я не пророк. Я не считаю себя каким-то таким прям. Просто вот что... Я пишу о том, что болит. Mm. И все. Как... То, что ты можешь делать, то ты делаешь. Да? Ну да. То есть именно в том контексте, в каком я вижу ту или иную ситуацию. Ну, даст Бог, я правильно вижу. Ну, по крайней мере, я с благословения своего духовного отца стараюсь все делать. Спасибо, Господи. Ну, значит, еще у тебя песня, да, есть в запасе какая-то? Да, есть еще одна песня. Она называется «На обломках мира». Ну, может, ты сначала расскажешь, что это за обломки, откуда они появились? Что мир весь в обломках, что ли? Нет, пока еще нет. Ну, образно говоря, это все то, что я созерцаю в этом мире, скажем так, со знаком минус, да, то, что я вижу, вот, какие-то потрясения, вот. И над этим всем хочу как-то, ну, не то чтобы сгладить углы, а чтобы, опять-таки, люди вспомнили о настоящих ценностях, о самых главных и важных. Вот. Откинули вот эту всю мишуру, суету, и все-таки начали меняться в лучшую сторону. Вот. Ну, как-то об этом вот песня. Отсекаю, что ненужным считаю этот мир. Давно воюет с собой, но где правда, слава Богу, я знаю. Посему принимаю бой. Нужно быть, а не казаться, нужно жить. Каждый миг и всерьез, и суметь с темным прошлым расстаться, не страшась непогоды и гроз. На обломках мира звенит моя лира. На исходе дня догорает свеча. Нам с тобой осталась самая малость, не сгореть, долетев до огня. Свет души не в суде и сомнениях, свет души в покаянии лет. Для нее очень важно прощение, ведь за все будет ответ. И у каждого есть еще время изменить что-то в себе. Крестный путь, правое бремя, но он чужд темной судьбе. На обломках мира звенит моя лира. На исходе дня догорает свеча. Нам с тобой осталась самая малость, не сгореть, долетев до огня. Спасибо, Господи. Будем надеяться, что наш посыл такой дойдет до зрителей, кого-то это затронет.
Да, милостью Божьей. Ну, о твоей вот поэзии хотелось бы поговорить. Более плотно. Это такое серьезное занятие. Я слышал, у тебя есть... Ты написал поэму целую. Да, одна поэма. Называется «Дмитрий Донской». Это тоже в этом же ключе, да, патриотическом все. Ну, она повествует о событиях именно тех лет, и самое главное в ней там это единство русского духа. Вот. Ну, все эти моменты повествуют об сражении, Куликовское сражение, и о том, как Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на это сражение. Ну, такой вот первый опыт мой. У меня никогда не было. Я никогда не писал поэмы. И тут вот получилось. Более того, она в дальнейшем была экранизирована. И сейчас это уже представляет собой рисунок на песке в сопровождении вот чтения поэмы. А кто там рисует? Это замечательная художница Вера Лекомцева. Такая вот... Она откликнулась на нашу просьбу помочь экранизировать. Музыка там тоже, да, есть? Да, музыкальное сопровождение. Это целая композиция. А где ее можно увидеть? Когда? Ну, я имею в виду, как ее найти? В пасторале можно будет. У нас в пасторале? Да, ну, если пригласите. Я приглашаю. Да, вообще она в интернете в свободном доступе есть. И также видео, да, на твоей страничке? И также, да, на моей страничке и в группе творческой Илья Матвеев, группа «Пульс Вечности», там она есть. Mm-hmm. Вот. А что-нибудь, вот, какой-нибудь, ну, вот что, что-то растишь из этой поэмы, чтобы как-то вот, если вспомнить. Ну... Вот. Молитва Пересвета. Вот. Пересвета, да? Да. Ну, пожалуйста. Пришла на ум. Угу. О всеблагий, прибуди в сердце, помилуй, Господи, меня. Прими ты с миром мою душу, коли погибну в битве я. На все твоя святая воля. Молюсь тебе, Спаситель мой, пусть многие вернутся с поля, пусть многих встретит дом родной. Храни ты, Боже, Русь святую, пусть одолеет русский меч нам для детей и для потомков. Ты помози ее сберечь. Спасибо, Господи. И на как по продолжительности, это, сколько поэма звучит? Ну, поэма звучит около 10 минут. Около 10 минут? Да. А дальше есть что-то, наработки какие-то еще? Одной поэмы, думаешь, ты... Ну, у меня достаточно стихов, да, но сейчас, в данный момент, я пытаюсь работать над второй поэмой, которая посвящена цесаревичу Алексею. Вот. Ну, тематика, опять-таки, серьезная. Серьезно. Не все так просто дается, и хочется еще осветить события этих лет, помимо всего прочего. Поэтому... Ну, именно да, ты хочешь все показать свою жизнь, да, как житие? Ну, он или прожил мало жизни? Же, да, вот, то есть, ну, да. Он прожил всего 14 лет... Вот. Ну, каким он был, что, о чем он думал, может быть, какие-то воспоминания остались. Вот это все поднять хотелось бы, найти. Ну, как бы, вот такие вот вещи. И, опять-таки, то неспокойное время тоже осветить хотелось бы. И указать на важные моменты. У меня сейчас полемика идет вот с одним человеком в интернете. Вот. У нас у многих людей нет почтения к царской семье. Многие считают, что царь, значит, отдал Россию, там, сошел. Вот. Но сколько людей, столько мнений, да. У меня тоже такие встречались, такие люди на моем пути, которые не разделяют моих взглядов каких-то, да. Я думаю, что вот эта поэма, может быть, да, она как-то укрепит, да. Вот, и взгляд со точки зрения царевича Алексея надо вот на эту тему, что... Что, ну, царь все-таки, он же знал, как он крест берет на себя, правильно? Он взял на себя этот крест. Ну, я считаю, что просто люди в силу какого-то определенного уровня своего духовного, они просто многих вещей не понимают. Они судят просто, может быть, как, по каким-то другим критериям об этом, обо всем. И не понимают, насколько какой это был подвиг.
духовный, прежде всего. Я так думаю. Ну, надо помолиться. Смотрят это только внешне, как бы, да. Ну да, надо помолиться, и даст Бог, напишу я. Будет Бог, достойно. Может, как-нибудь пришлешь мне? Это письмо. Обязательно. Мне очень интересно. Вообще, мне очень интересно вот этот процесс творческий, как человек это происходит, как он чего-то... И чудеса с ним какие-то происходят. Вот. Как это все у нем... И с современным миром все как-то переплавляется в творчество. Вот как раз на этом месте было многих людей, которые вот делились... Да, многих я пытал, можно да, сказать. Я смотрел ваши передачи, да. И передача нравится. Много и, интересного, да. Да. Хотя она такая простая, я никогда замысловатость не ставлю какой-то. Простоте должна быть диалог. Ну, может быть, как на кухне, можно сказать. Ну да. Без нарочитости. И я вот иногда понимаю, что бывают предвзятые отношения. Вот как к авторам каким-нибудь. Вот бывают авторы такие. Где-то слышишь его, где-то или услышишь. Ну, так. А когда на передаче начинаешь сообщаться, оказывается, человек такой богатый, с богатым миром, что не так все просто. Для меня очень много здесь, вот здесь очень много на этом месте открытий. И вот я думаю, что ты будешь одним из моих открытий, ну, личных. Так что приглашаю тебя вот на свои вечера в Пастораль на улице Матросова, 20, которая по четвергам проходит. Угу. Какой-нибудь четверг выбери, и с удовольствием рекламу дадим. Приму участие, да. Ну и да. Ну и сейчас у нас передача заканчивается. Может быть, ты кого-то захочешь поблагодарить из своих. Вот ребята, которые музыканты, как ты говоришь, что да. Они существуют, а как их зовут? Да, отдельное спасибо, конечно, пользуясь случаем, хочу сказать. Это Игорю Петрачкову, Илье Новаку. Это те люди, которые сейчас со мной сотрудничают и которые составляют часть группы «Пульс Вечности». За их неравнодушие к моему творчеству. Низкий поклон им за это. И сейчас мы работаем. У нас совместный проект. Будем надеяться, что работа скоро завершится. И... А жену как твою зовут? Жену Татьяна. Ну вот всем тогда низкий поклон. Да. Те, кто помогает, будем следить за своим творчеством. Спасибо. И вот, Божьей помощи тебе, Илья, рад был с тобой встретиться. Побежал я на службу. Спасибо, Господи. На свой храм Василия Великого. Божьей помощи, до свидания. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С вами был я, священник Анатолий Першин, и Илья. До свидания, всего доброго. Спасибо, Господи. До свидания.